Остановлюсь вот так, в такой низший дом, он перевернулся слегка. Куда? Вот в такой. Ой, конечно, перевернулся. Тут прям глаз до глаз. Вот ну, здесь мы выезжали, по-моему. Да, извилистые. Здесь, по-моему, выезжали. Это дороги. Ага, начинаются вот эти вот поворотики. Точно по этой дороге выезжали. Сейчас почему будет такая извилистая дорога. Вроде гор нет, а дорога извилистая. Оп. Вот почему дорога такая интересная. Вот себе прямо-прямо, да? А видим, когда-то много столетий назад как проложили ее, да? Здесь была частная земля, поля, ну и проложили между полей. И вот с тех пор не спрямили дорогу, а на частную собственность не залезли. А? Ну да, из-за того, что дома так... Блин! Что там опять? Ямышни. Что сегодня они разъямились? Здесь, по-моему, такой корабль. Филиппины. А? Акса банк в деревушке маленькая, банк есть. Как обычно, банк, церковь вот такая огромная. Корабль стоит такая. Католические церкви все такие мощные, высокие. Парковка бесплатная. А там видел около церкви памятник креветки. Это дальше. Вот здесь. Креветки? Креветка на памятнике. Я знаю, там памятник будет мидии, а креветки не видел. Креветка здесь. Серьезно? Не видел, еще надо будет сворачивать. Около лодки. Вот сейчас расскажем. Вот мне и самому интересно. Я сам не знаю, почему там. Люки на дорогах есть. Деревня, гараж, ну, в смысле, там как автомастерская, церковь, школа, банк большой. Ну, все, в общем, по науке. Там.
Вот вокруг опять осушенные участки земли. Вон внизу это все раньше было море. Мы едем по плотине насыпной когда-то. Это еще Бельгия. Почему-то на лицо написано «Уголок совы». Не знаю. Совы здесь? Может, сразу выйдет? Может, он бессонница. Вот внизу море. Бывшее. Бывшее море. Дно моря. Все вручную осушиваю. Все вот это. Все насыпали валы и вручную все это откачивали воду. Ужас, конечно, когда-то. Так. Вон там яблоньки, груши растут. Особенно на голландской стороне. Стучит эта штука. Вон тоже полезли, вон яблоки. Какие маленькие. Яблони здесь невысокие, чтобы не лазить их, не собирать наверх, без лестницы. Так, подъехал. Лежачий полицейский. Лежишь, товарищ фуражки. Даже он овощи и фрукты продают в такой деревне. Груши. Какие красивые. Груши. Все, а вот, вот граница Бельгии и Голландии. Все, в Голландию въехали. Это сейчас по Голландии едем. Яблонки уже наверху. Там были внизу, а здесь спустились на дно морское. И едем по морскому дну. Личные поля, да? Не поля, а сады. Яблонки. Яблонки, груши, груши в основном. Ну да, груши. Нам бы всем на дно. Там бы. Груши жали. Там бы пить вино дьяволу морскому. Несем бочонок рому, ему не устать. Вот деревня Филиппины. Она знаменита тем, что здесь очень много ресторанов, которые готовят невероятно вкусные мидии. В белом вине, с различным соусом, с грибами, с грибными, со всеми. И это деревушка, где есть памятник мидии. Да, ресторан, деревушка там, Гулькин хрен. А ресторанов полно среди, потому что очень много туристов приезжают, именно сюда мидии поесть. Да, именно специально люди приезжают из разных мест, Голландии, Бельгии, чтобы здесь поесть мидии. Хотя готовят их везде, но почему-то вот считается мекка. Мека мидии, да? Да, почему-то здесь, да. Считают, что здесь готовят самые вкусные мидии. Ну и, видимо, здесь море же близко, может быть, как-то. Было когда-то, сейчас да. Оно опять далеко. Ну почему-то, вот, видимо, какая-то была эта деревня, которая вот это, на этом специализировалась. Рыбаки жили, что-то там прям написано. Вот это ресторанчик, который специализируется на
уготовки мидий. Один на одном. Вот еще и справа, и слева. Вот еще один. А вон памятник мидии. Единственный в мире, наверное. Памятник мидии. Вот, вот он стоит. Ракушка. Ракушка, ага. Так. Вот такая деревушечка. Все здесь тоже есть. Тоже все есть. Там, кстати, и есть что есть, а? Красивый такой парк, как назвать его? Прогулочный такой. А-а-а. Парк, не парк, ну парк, наверное, да? А-а-а. Пруд какой. Большой. Вот это голландская деревушка. Вон канал, который к морю ведет. Там такая прогулочная красивая. Даже нарисован прогулка. А раньше здесь было море. Недалеко и миди выращивали. Ловили. И поэтому здесь пошло, видимо, культ мидий. И до сих пор деревушка, да, действительно является меккой любителей мидий. В ресторан здесь готовят вкусно. Считается, а там фиг узнает. Не, ну раз туристы приезжают со всего этого. Угу. Со всей округи. Угу. Значит, вкусно. Едем параллельно каналу. Причем вот мы едем ниже, чем вода стоит. Вода вот там выше, чем мы в канале. Вот такая мистика. Мы едем ниже уровня воды. Вот она там, слева вода. Так, все. Поворот. Вон там трубы Тернауза. Как огромные грядки. Странно. Вот это все морское опять дно. Вот слева опять он самый этот валы. Справа тоже. Едем по морскому дну. На морском песочке я морлись встретил. В розовых чулочках талия в корсете. Талия в корсете. Это вот глубинка Голландии, тоже самая глубинка. До Амстердама 200 с лишним километров, до крупного города, типа Эйндховена или Гаги, тоже где-то так примерно. Ох, а, дети. Дрыхнут. Дрыхнут так хорошо. Да. Вот Тернаузен впереди городок, но он тоже небольшой. Так. А как нам дальше? А фиг их знает.
Не, не очень. Ну, интернет 5 км. Через эту девушку мы как-то ездили туда. Это ничего не знает здесь, да? Центр, да. Что в центр поедем? Да. На Озбург, да. Если что забудешь, прям на Озбург звонит. Ну, это да. Прямиком. Это море. В общем, мы должны были выехать по сутой стороны заехать. Смотри, такие дети. Вон море. Наклоны. Шлюзы. А пляж есть у них тут? Наверное, есть это, да? Какие-то есть, наверное. Набережная не похожа. Ну да, вот здесь как-то гуляли, ну так, по набережной. Мы выезжали, нет?
как ты ехал туда? Вот. Туда мы ехали. И вон там, наверное, где не заезжали. Ну да, вот поэтому мы ехали. Туда вот мы выезжали. Где написано, что? Точно, вон заправка это. Вон заправка. Вон она. Здесь мы ехали раньше, вот так вот. Техаска. А? Техаска вон там. Да, вот это таксика. Техаска. Таксика, ехали, да. Вот. Здесь мы заезжали, через шлюзы, через каналы. И ехали вот там вот в магазины. Даже я не знала, что там такой город большой. Mm-hmm. И дальше, я не знаю, мы раз гуляли по-моему. Гуляли по набережной как-то. Mm-hmm. Вообще. Приедем мы туда сразу. Здесь можно, да можно.